Дорогие друзья и гости моего канала, всем привет! В этом видео все самое интересное из фестиваля в Токио. Димаш счастлив, что встретился с легендарным певцом из Турции Мустафой Сандалом. А также поблагодарил всех, кто смотрит это видео, и пожелал здоровья дорогим Диарс. Мустафа Сандал сказал, что пригласит Димаша в Стамбул с концертом. Канадская певица Джанита Ганди сказала, что Димаш просто монстр вокала. И я твоя фанатка. Димаш! Алга! Казахстан! Push your feet.